Всем привет, с вами канал Супер Игроман, и сегодня мы играем в игру Free Fire. Наконец-то я купил себе персонажа Форд. Я уже на нем играл. И еще будем играть. Только я возьму уже карманы. Или что там? Да, карманы. Полетели. Я давно уже не играл в эту игру. Не думаю, что я забыл, как играть, но ничего. Ничего. Надеюсь, мы будем тащить, не будем сливаться. А. Да почему мим? Не можем так, не можем. Так, сейчас мы будем лететь. Долго. О, сейчас будем уже. Раз, два. Всё. Так, туда же. И прыгаем, куда я всегда прыгаю. Сразу. Думаю, что мает долететь. Ну давай, долети, братуха. Так, о. Залетаем прямо в ангар. Так. Где лут? А, вот он. Так. Ага. Ой, нахрен. Ну почему они так быстро бегают? Мамочка у него была. Ладно. Вот и это. Тут уже тоже. О! Так. Опа. А здесь есть палаточка. Там уже кого-то убивали или нет? Ого, сколько аптечек. 7/3. Ух ты, шка. А, стреляю. Давайте. Ой, вижу. Я не вижу, что я такой качественный. Почему ты на меня идешь? Так. О, у меня много патронов. Что довольно-таки хорошо. Так, может реально рилли дроп взять лучше.
положим нам ненужную вещь. Ну, в принципе, все. Так, М-ка плюс дроп, древний топ. Пистолет, патрон. А, это этот. Мне больше дигл нравится, чем этот. Это что, все люди? Все люди! О, ну зато есть патрон. Так. Нужно караулить отсюда. 20 живых, 4 кило. Это топ. Да. Ай, 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 ай. Он сзади, он сверху, он. Где-то там. А, это он? Нет, он там. Я его видел, он прыгал там. Надеюсь, я ему не сольюсь. Так. А, бомбят. Мне не нужен бомба. Мне уже есть. Сзади нету. Я вроде бы кого-то видел там сверху. Или это мне показалось? Нет, показалось. Нет. Лаги. Лаги, уйдите. Фу-то, я уже думала, это машина. Ух тышка, дуалтекер. Все. Давайте, это возьмем и все. Пошли в ангар там, переберем. Так, что нам не нужно здесь? Это. И это. И все? Все, что нам не нужно? Я уже выбросил, да? Ну ладно. 5 килов, 10 выживших. Нормально так поиграли. Если я здесь не выиграю, это будет фиаско. Потому что я и так хорошо сыграл. Это просто капец. А, бегу, 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 бегу. Так. О, есть мотоцикл. Только он, чувствую, не рабочий. А? Сейчас посмотрим. Да. Он застрял, как я думаю. Придется пешком подойти. А, выход. Я видел тебя, а ты меня. Я видел тебя, а ты меня. А, я сюда зашел. Что за нуб? Ладно, завязаем так аптечку.
Это полный рюкзак. Не, Рилли, чё за нуб? О, Рилли, нужно сковородку взять. Там спалено. Так, надели. О, у него есть патроны к автомату моему. Всё, больше ничего не могу взять. Ого, у него эти прицелы было выше крыши. Жаль, что снапа у нас нет. Такой думает, капец, меня слили. Но это Рилли, неприятно, когда тебя сливают так быстро. 6 убийств, 6 людей осталось. Так, ничего не получало. Вот так. Так, давайте немножко сюда отойдем. Задание. Сейчас бомбёжку какую-то. Восьмой килл, ура! Я иду на рекорд. Потому что мой рекорд это 8 килл. Здесь как раз так хорошо происходит. Никого нету. Если я сейчас сольюсь как ног, это будет фиаско. Ага, вижу. А! Бомбежка! Я в зоне. Я в красной зоне. Хорошо, что я заметил. Если там бомбежка убивает, чтобы одного. Аэродроп, аэродроп, аэродроп. Интересно, там около него кто-то есть, потому что что-то начал мигать. Все равно. Ну, гроза. Короче, не очень там мне нравится такая рука. Так, давайте на гору поднимемся. Там еще один есть. За ней не скоро будет. Нет, он не зона, но я все равно. Ух ты. Все. И у нас есть теперь снайперка. Что очень-то и хорошо. Нам нужно бежать, бежать. И только бежать. Потому что скоро зона будет сужаться. Фух. Не зря подошли к аэродрому.
пугайте меня своим сраном. Так, я здесь. Мне просто кто-то позвонил, там был. Так, все, опа. Так. Ну и... Так. Все, сидим. О, интерес. Нужно смотреть, пока сверху никто не бежит к нам. Или... Нет, никого нет. 3 живых человека. Капец. Так, следующий. Ага. Нам недалеко, мы можем не спешить. Со снайперки полупить-то можно, как-то, я вам скажу. Угу. Я вот там видел на здании. Он не уйдет. Вот. Вроде не надо. А. Он уже начал открывать. Я побил свой рекорд, у меня теперь 9 кило. Ура, мы побили мой рекорд. Только не говорите, что он сейчас умрет от зоны. Пес, у меня много патронов. О, следующая зона вообще маленькая. Ложимся. Нет, я не буду делать ошибки того чела, и я не буду сидеть на крыше. Потому что с АВП как-то... Фу. Сейчас будет очень бой быть. Да, победа сладкая. Убийц 10. Победа. Ух ты. Все это только за 20 минут. Знаете, меньше, чем 20 минут. О, да. Мы выиграли. Не зря побежал АВП, братья АВП топ. Ну, на этом мы заканчиваем наше видео. Всем удачи, всем пока-пока!